Перед тем, как квасить капусту, я обрабатываю поверхность и дезинфицирую ее, и очень тщательно зачищаю вилки. Не должно быть никаких повреждений. Капусту я обязательно взвешиваю и шинкую любым удобным способом. У меня это терка Бёрнер. Добавляю соль из расчета 20-25 граммов на килограмм капусты, горсть тмина, я иногда кладу тмин, иногда укроп, иногда и то, и другое. И очень аккуратно перемешиваю. Почему аккуратно перемешиваю я? Потому что капуста у меня очень-очень сочная, сладкая, для того, чтобы она не превратилась в кашу. Если у вас капуста жестковата, то можете ее хорошенько пожамкать. Затем добавляю морковь из расчета 30-50 граммов на килограмм капусты. Много не кладите, морковь может дать мягкость капусте. На дно посолочной емкости я укладываю цельные листья, просто потому что мы их любим, и уже на них плотно утрамбовываю шинкованную капусту. Сверху вновь укладываю листья, накрываю тарелкой, устанавливаю груз и оставляю капусту в тепле на 3-5 дней для заквашивания.